Так, всем здорово, ребят. Как вы видите, выйдет новый телефончик, точнее, вышел в эти выходные. Blubo S8. Как вы видите, какой красивый, нету граней. Видите, его сравнивают с iPhone 6s. На самом деле он похож на Samsung Galaxy S8. Точнее, не похож, а просто точь-в-точь. Просто это, походу, бюджетная версия. Так что берите себе, покупайте. Видите, как он сзади, как волнами, не волнами, а лазерами отсвечивает. Камера. Две камеры, видите? Двойная, офигенская, походу, 16 мегапикселей и 3, вторая, походу. Видите, граней вообще почти нету сверху. Видите, изображение какое. Так-то вроде неплохой бюджетный телефончик. Вот снимки на этот телефон. Отпечаток пальца. Хоп, видите? Так, 3 гигабайта оператива, 32, вы можете купить процессор. Ребят, тут не очень такой классный, я бы сказал. Не Helio и даже не Snapdragon. Ну, 3450 батарейка, да, неплохая. Видите, со всех сторон он показывает этот красивейший телефончик. Blubo S8, покупайте, ребята. Синий, кстати, неплохо, да, выглядит. Все, до свидания. Покупайте Blubo S8.